Я решил сделать кормушки на металлокаркасе. Все-таки овцы, бараны, они же будут долбиться прям. Конструкция была бы весьма прочная, но я не хотел здесь видеть никаких дополнительных лак. То есть мы взяли, вытащили, поставили ее обратно. Положили сено, положили зерно, и потом уже на это стоит обратить особое внимание. Что еще? Всем привет, дорогие друзья, с вами Блокин Мечталин Василий и его канал «Жизнь в деревне с Блокиным Мечталиным». Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим об овчарне. Мы у меня находимся сейчас на скотном дворе, овчарня полностью доделана, и в овчарне уже живут настоящие овцы породы романовская. Добро пожаловать! Заходите! Ну что же, вот они, мои хорошие. Овец я приобрел буквально месяц назад. Сейчас я к ним зайду. Так, это мои хорошие. Не бойтесь, уже они потихонечку привыкают, а до этого они были, ну, абсолютно пугливые, к ним вообще невозможно было даже подойти. Конечно, содержались они не в таких хороших условиях, как у меня сейчас здесь. Я очень доволен овчарней, овчарня действительно получилась достойная, очень удобная. И, как я понял, за месяц эксплуатации моим жителям новым очень нравится их дом. Прежде всего, хотел бы поговорить о породе. Порода называется романовская. Почему? Я изначально планировал купить дорперов. Это очень дорогая порода овец. Такие овцы могут стоить выше $1000 за одну голову. Но, посчитав бюджет, я понял, что так как я только учусь обращаться с овцами, я все-таки возьму романовскую, потому что они намного дешевле, менее прихотливые. И все-таки о них уже есть отзывы в интернете, уже есть опыт у моих помощников. И все же, наверное, романовская порода мне на сегодняшний день подходит больше. Ведь она отлично подходит на мясо. Также из нее получается замечательная шерсть. Приобрел я 10 овец племенных и одного барашка. Барану где-то 1,5 года. Ну, вы знаете, он был, конечно, в таком состоянии, мне даже пришлось его постричь. Еще машинки специальные для стрижки овец у меня не было, я стриг обычными ножницами. И я обратил внимание, то, что барашек, да и овцы, даже после стрижки, они пришли вообще, знаете, состояние было прям длинная-длинная шерсть была у них. И так как это не грязные были все, забитые. Сейчас, конечно, они чистенькие, постриженные. Мыть я их не стал. Дело в том, что мыть обязательно нужно, но не зимой. Да и не таких молодых. Овцам было 3 месяца, когда я их купил. Опасно мыть в таком возрасте, да еще в такой холод. Могут заболеть, ну и погибнуть, не дай бог. Поэтому что хочу сказать. Стриг я обычными ножницами. И я обратил внимание, что они начали себя немножко вот покусывать. Значит, наверное, вши. И не наверное, а точно. Оказали вши, я купил специальный препарат в порошке. От вшей можно обрабатывать порошком с распылителем. А можно мыть в специальных растворах. Ну, как вы уже поняли, мыть я не стал, потому что все-таки на улице холодно, небезопасно. Я обработал их как раз этим порошком и обшикал всех овец и баранов. Все, они перестали уже кусаться, значит, вши ушли. Посмотрите, у овец какой сейчас здоровый вид. Накормленные, чистенькие, обработанные. Очень удобно овчарню убирать, очень удобно. Все-таки деревянный пол, я уверен, сделал я не зря. Убираться удобно, убираюсь я раз в 2 дня. То есть у меня 10 овец, один барашек пока. Взял я этих замечательных овец и барана только на племя. Убираюсь я здесь раз в 2 дня, воду меняю раз в 2 дня, ну а кормлю минимум 3 раза в день. Утром я кормлю своих животных сеном. Я его косил у себя на поле еще в летний период, складировал на сеновале. Очень удобные кормушки. Обслуживать их тоже удобно. Прям с прохода я обслуживаю, убираю сено. И самое главное, убирать его тоже легко. Потому что сбоку в кормушке я сделал вот такую вот крышечку. Она вытаскивается. И мы сено спокойной лопатой можем убрать или руками, и не останется абсолютно ничего. А значит, ничего не будет загнивать, никаких грибных бактериальных заболеваний не будет. Поэтому конструктив таких кормушек очень и очень удобен. Кормлю я утром сеном, даю обязательно ячмень и пшеницу, делаю размол. Где-то примерно 100 грамм на каждую голову, ну барашку чуть-чуть побольше. В обед помимо сена, помимо пшеницы, помимо ячменя, я даю еще корнеплоды. Ну, например, морковь, мелко-мелко порубленную. Ну, а вечером все то же самое, только без моркови, как и утром. Сено и ячмень
как вариант, можно просто ячмень дать. Я планирую, что через 3 месяца барашек перейдет уже на сторону к овечкам, и через 4 месяца после долгожданной встречи мы будем уже ждать первые окоты. Как правило, как показывает практика, как пишут в интернете, как пишут в книгах, изучая статьи, через 4 месяца у каждой овечки рождается от 3 до 5 ягнят. Если их будет более 3, то нужно будет, конечно, принимать меры и даже кормить из бутылочки тех, что будут слабенькие, потому что не всем будет хватать молока. Мы к этому обязательно позже вернемся и об этом поговорим. Я обязательно сниму передачу, и мы будем с вами принимать роды у наших овец. Думаю, это будет интересно, но для меня это, конечно, волнительно, потому что еще ни разу я этим не занимался. Итак, порода романовская. 10 овец, 1 барашек. Через 3 месяца барашка я отпускаю к овцам, и через 4 месяца мы будем ожидать первый окот. И уже те ягнята, которые будут рождены, мною будут использоваться для дальнейшего выращивания и для получения продукции свежего мяса, ну и, разумеется, шерсти. Ну что же, дорогие друзья, надеюсь, сегодняшний ролик был для вас полезен. Если он вам понравился, ставьте лайки, поддержите меня комментарием. Не забывайте про мой инстаграм «Семена Партнер Директор». Подписывайтесь, и я буду с большим удовольствием снимать новые и новые передачи про сельское хозяйство. Недельки две. От одежды? Да, конечно. Ему ехать за границу, его не пустят. Че, баранов, смотрите, поросят смотрели? Да. Ну как, большие? Андрюха, иди посмотри поросенок. Поросенок, поросят.